Какое все класневое! Боже, как я люблю Самару! Ой, боже, храни Россию, храни Самару! Погода класс! Посмотрите, красота заката, оторвать не могу. А вон мужик красивущий пошел. Мужик, мужичок, не хочешь ли ты меня? Сосед пока не приходил, новости, зато мне снились сны. Сны и меня переносило. Уж не знаю, как этим объяснить. Перенеслась из одного магазина в другой. Там не дали поесть, зато в другом месте дали поесть. Ой, как же, какое все красивое. Какое все красивущее. Какая кайфуша. А вот моя машина кайфуша. Ну, вот мне совсем недавно в салоне предлагали за нее и Toyota Corolla. Предлагали и говорят, давай мы тебе поменяем. Я говорю, нет, посидела, посмотрела. Нет, ни за что. Сейчас поедем, куда поедем. Ой, а зачем поедем? Ну, пошарахаюсь, короче, посмотрю, что в магазинах есть. Ой, не знаю. Вроде все есть, холодильник полный. Но я ничего не ела вот еще сегодня. Вот уже 7 вечера, я еще ничего не ела. И не собираюсь. Ну, что, в магазине поем. Ой, какое все класневое. А снежок, как я его обожаю. Ой, снежок. Смотрите, какой снег. Снег классный. И классненький, класневочки. Бузечка мой, холёсий снезётик. Завалили всю Самарку, завалила. Классный, классный. Он еще какой-то мужичок едет. Мужичок. Ой, это может не ко мне. К дедушке моему, наверное. Ой, какой все класневый, какой все класневый. Ой, сяду, сейчас поеду. Поеду. Поехали. Куда поехали? Ну, в общем, хотел с вами сегодня поговорить. И разговор у нас с вами будет такой. Ой, что бы мне поесть? Купила рыбы. В магазин поеду. И отстаньте от меня все. Мало ли что я ем. Мало ли ем. Рыбы ли замороженные. Все от меня отстаньте. Не так класнево. И как я живу, никого из вас не касается. Ой, ногти опять не накрасила. Терпеть не могу ногти красить. А потом стирать их. Девочки пишут, вот всех люблю.